Там же народ. Че там все закрылись-то? Там вообще полно народа, да? Они их не разогнали. Угу. С введением новых ограничительных мер почти все вечеринки в стране приобрели статус закрытых. А вот в Стерлитамаке многие заведения решили не прекращать веселье. Мы закрыты уже. Вы не закрыты, смотрите, у вас целый зал людей. Уходим, мы опросили сейчас 4 людей. Все сказали, что все закрыто и до утра продолжают. С 30 октября по 7 ноября ночным клубам и заведениям общепита нельзя работать с 11 вечера и до 6 утра. Но людям хочется отдыхать, а бизнесу не хочется упускать выгоду от незапланированных выходных. Фотографию там на столе кушают что-то. После 0 часов вы не должны работать здесь. А у нас выступала какая-нибудь, что-нибудь, какие-нибудь листы? Что? Листы какие? Какие-нибудь поступали? Листы? Да. Какие листы? Какие-нибудь, что-нибудь, закон какой-нибудь, что-нибудь. Вот да. Ну, не приносили же. А зачем? Приносить не надо. Вы трезвые сейчас? 30 октября представители мэрии Стерлитамака вместе с полицейскими прошлись по местам отдыха. Тем, кто еще не закрылся, давали поблажку. Время на то, чтобы завершить прием гостей. А затем повторный визит. Все хорошо. Через полчаса полностью заведение закрывается, ладно? Да, да. Нет, вообще 10 минут осталось. Контрольный обход через полчаса. Все, никак. Да, 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 без проблем вообще. Иначе предупреждаю. При остановлении деятельности на 90 суток я предупреждаю. Да, 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 без проблем. Все, спасибо. Сложности возникали с местами отдыха, где не продают еду. Например, с кальянными. Но принести ее с собой или заказать никто не запрещает. Поэтому заведению дали 30 минут на то, чтобы свернуть веселье. Вы пришли по адресу. Что там? Суши. Суши? Суши кушают или пьют? Или курят? Суши кушают, да? Ну, да. Понятно. Это из морепродуктов. Уже. Это так считается. Не со следующего, не с завтра. Нет, 30-е сегодня. Хорошо, уже, можно я позвоню начальству? Всего проверяющие побывали в 37 заведениях. Многие действительно прекратили гуляние. Другие же решили схитрить или открыто сопротивляться. Можно мы сфотографируем, что у вас никого нет? Что вы молодцы. Спасибо большое. Коллеги, откройте, пожалуйста, мы вас предупреждаем пока по-человечески. Подскажите, пожалуйста, пусть откроют рольставни, там куча народу внутри. Я им сказал закрыться, там, скорее всего, персонал. Да вот пусть откроются, мы повторный обход уже делаем, нам нужно заактировать это. Понятно, те, вы нас обманули, да? Ну, почему? Вы нас обманули. Нет, мы закрыты, и новых людей мы не пускаем, это вот прям. Ну ладно, а это кто, это привидение, что ли, сидит? Это те, кто... Ну, тем не менее, вы не закрылись. А в Оренбурге люди открыто говорят, мы хотим отдыхать. Поэтому танцы посетители одного из клубов продолжили даже после его закрытия, за что на многих составили протоколы. А почему все-таки решили прийти? Потому что хотелось потанцевать, отдохнуть. Несмотря на запрет губернатора? Несмотря на запрет губернатора. Вы расскажите, пожалуйста, почему вы пришли в локдаун сюда отдыхать? Захотели. Ну, то есть вам все равно на указ губернатора, правильно? Ну, правильно. Заведение заведению рознь, поэтому в кальянной придумали хитрость. Все люди в зале не посетители, а просто друзья заведения. Ну, смотрите, факта приема передачи денег либо каких-то услуг не было, правильно? Если мы решили собрать всех своих постоянников условно сюда и посмотреть UFC, вы можете подойти к любому столу и спросить, платят ли они за то, что у них на столе, они скажут нет. Я к друзьям пришла, я не плачу друзьям за кальян обычно. Мы сюда как друзья ходим, просто так. То есть вы не заплатили за кальян? Нисколько вообще. Каждый спасает свой бизнес как может. Так в Салавате запасной выход клуба стал парадным входом. Вернуться к обычному режиму клубы, скорее всего, смогут после 7 ноября. Министр торговли и услуг республики Алексей Гусев отметил, что протоколы будут направлены в суд, где могут не только временно закрыть, но и оштрафовать заведение. Егор Полторыхин, Артем Тупичкин, Ильнур Низамов, Александр Кацун и Артем Букреев, телеканал ЮТВ.